А у нас будет мини-сценка номер 4. За каждым кустом могут скрываться монстры. Кто же поможет простым людям? Пока крепка спина чучела единорога, а не Геральт занят, на помощь народу приходит Цивилла. А помогут людям Брэй Макфлай, Кот Локи, Фокус, Семантик, Кир, Т.А.А. Тан, Касбэнд Юмэна Каге, оригинал по вселенной Сапковского о Ведьмаке. Здравствуй, Дедушка Мороз! Через трубу, значит. Да-да, так и есть. Да, так и есть, Мария. Так и есть. Приходит она ночью. Свят-свят. Уже сколько народу скинуло. Точно-точно. Точно-точно. Жуть какая. Еще какая жуть. И никто пропавших больше не видел. Говорят, у нелюдя этого еще мешок красный с собой. Куда он людей прячет, чтобы в лесу их сожрать. Ручища у него длинные, чтобы через печную трубу людей вытаскивать. И рост у него в пол дома, чтобы на крышу удобно залазить было. И одежда у него красная, а кикрой. Весь в угле, волосы белые, первый снег. Говорят, будь его, Дед Мороз. А кто говорит? Бабки говорят, помоги нам, на тебя вся надежда. Мы даже знаем, где его логово, но все боятся. А те, кто приходил для тебя, был готов помочь на вознаграждение. Не возвращались. Жуть как страшно. Даже? Точно. Решу вашу проблему. Можете не бояться. Не придет к вам больше Дед Мороз. Видите? Вот приду. Нам туда. Так до того, как появился монстр, нынешнего старосту хотели свергнуть. Потому что он пил много, да где в том лес. А толком ничего не делал. Даже почти все свое добро прогулял. Бывает. Только что и осталось от былого богатства амулет, некая семейная реликвия. А потом появился монстр. И староста стал находить наемников, чтобы побороли монстра. А заодно стал выторговывать имущество убитых наемников. Ой! Видимо, мы почти пришли. Так и есть. Не серчайте, но дальше я не пойду. Удачи вам! Шанс наладить свою жизнь. Выбирайте нового староста.
ужасные монстры, неведомая опасность, стоящаяся во тьме. Не стоит приписывать этому различные легенды и поверья. В очередной раз самым опасным и ужасным монстром оказался человек. Как бы не стать такой же. Пожалуйста, выносите, пожалуйста, старосту.